Подача с фланга. Кросс. Бензема пяткой пытался пробить. Упал, встал, еще удар. И Хамес Родригес забивает в этом матче. Все-таки сыграл на добивание. Кросс, сильный удар. Надо бы отметить и Карвахаля, и Бензема, который пробить не сумел, тем не менее вскочил и продолжил борьбу. Ну а дальше через рикошет и мяч запрыгнул в ворота Атлетико. Реал был лучше на протяжении, в общем, всего матча, и моменты были интересны. Но отрабатывать в обороне нужно, когда команде нужно. Подача! Опасный эпизод, и футболисты Атлетико сравняли счет после подачи углового. 1-1. Смотрим. Мяч сброшен был перед Касилесом. Опять Годин.